Я не знаю. Никогда с ней такого не было. Вчера как пошла на тренировку. Раньше бывало, что ваша дочь не ночевала дома? Было несколько раз. Но знаете, она всегда была на связи, она мне всегда звонила. Я всегда знала, где она. А тут я ей звоню, а телефон отключен. Каждые 10 минут пыталась дозвониться. Скажите, а когда Аня не ночевала дома, где она была? У Кристины. Кто его знает. Они же сейчас ничего не рассказывают, не делятся. Недавно у нее телефон мобильный новый появился. Я ее номер попросила. А она отшутилась и не дала. Говорит, ты меня и так достаешь по одному. А я разве ее достаю? Я просто хочу знать, что с ней все в порядке. С кем она еще общалась, кроме Кристины? Ну, Кристина... Кристина — это ее самая лучшая подруга. Ну, были какие-то приятели. Ну, ведь они сейчас в дом не приводят, с родителями не знакомят. По кафешкам, по клубам. Я даже не знаю. Мы, с вашего позволения, хотели бы посмотреть компьютер Ани. У нее планшет. Она вообще с ним никогда не расставалась. Остается. Мы должны осмотреть комнату. Возможно, удастся найти что-то, имеющее отношение к Аниному исчезновению. Да, пожалуйста.